Всем привет-привет! Сегодня у нас парад Глин. Астана, Туркестан белый, кармин, орские сливки, розовая и семечка. Далее Туркестан белый. Раньше белый Туркестан был не такой, это более плотный, вот, и не такой пыльничий, вкус сливочный, не более того. Кармин, это крымская глина.
Это единственная глина, которая мне не зашла. Кармин скрипит, хоть она и очень красивая. Так, дальше у нас розовая. Сухая, рыхлая. Мне кажется, она еще горчит немного. Напоследок, это орские сливки. Это единственный сорт, который мне понравился. Даже его скрип не так меня раздражает.
горстки сливки. Пока ей хрустишь, пока она во рту сухая, кайф. Как только намокает, все, скрип ужасный. Вот. А у нас осталась киргизская семечка. Очень, кстати, интересная и вкусная. Блинка. Как же я люблю киргизские глины. Они такие ароматные, очень интересные, вкусные. Она сливочная, немножко пластилинчатая, нежная, потом в конце становится молочная. Миллион пластинок. На этом все.